Всем доброе утро. Мы садимся завтракать. Я буду на завтрак, обед и ужин. Теперь доедать Почему шашлык. Ты такая, а у девчонок все такое легенькое. Мама. И по шоколадному зайчику. Все, всем приятного аппетита. Что тебе надо? Я хочу, чтобы ты достала пакет с огурцами. Прямо сейчас огромный. Тебе очень надо? Точно, точно? Угу. Больше играть не с чем? Пришла ко мне, говорит, мама, мне нужны игрушки, которые в шкафу. Вот там, наверху. Принесла мне тумбочку вот сейчас там, сюда. Сейчас открою жалюзи. Ой, если так тяжело раскачаться, кошмар. Я уже почти выросла. Ты почти выросла? Ну, как бы, да. Такая большая уже. Это мило. Давай, вот так ты мне. Видишь? Ка сюда. Нормальная. Ой, вот эти игрушки она хочет, но я думаю, пакет поменьше, да? Сейчас тут будет трэш. Так, пластилин на место поставь. Она вчера домой приехала и сразу за пластилин схватилась. Нет, шкаф на место. Это еще не все наши игрушки. Это какая-то часть. Я вот думала, раз уж вытащили, то надо и перебрать все как раз. Кошмар, самая мелочь. Так, часто вы перебираете детские игрушки, а? Так. Тут у нас еще что? Надо мне купить как-то один большой-большой контейнер. Все туда сложить просто и в кладовку. Ой, вот это я зря сделала. Зачем? Каждый раз, когда перебираю, потом жалею. Так. Такие вот у нас запасы игрушек. Зато ребенку весело. Интересно менять постоянно. Так. Опа. Так, это мы будем сейчас убирать все с этого ящика и ставить туда уже новые игрушки. Короче, работа на сегодня. Мы как раз не планируем гулять особо, так как у нас, видите, туман серый опять, ужасно. Поэтому сидим дома, будем перебирать игрушки. Мячик. Твой любимый? Угу. Ну вот. Месяца два его не видела. А теперь радости сколько. И еще мячик, да. Ну, я думаю, какую-то часть я хочу рассортировать и отдать другим. Какую еду? Ну, просто настоящую еду. Ой, давай не надо еду в игрушки. И вот это меня больше всего раздражает, когда... прилипшая еда, засохшая где-то в игрушках. Поэтому я в основном запрещаю в комнату носить еду. Это баба мне показывала, зубайка. Я аж испугалась. Ладно, все, будем убирать, перебирать. Каждый раз, когда я занимаюсь уборкой, разборкой игрушек, я думаю, зачем я вообще это начинаю делать? В итоге все равно все смешается в одну кучу. Ой, пересортировала все игрушки. Тут у нас щенячий патруль. Но не все, так как у Даяны чемодан еще отвозила к моей маме. И через пару дней приедет, поэтому там тоже еще будут игрушки. Тут такая серия игрушек. Я не знаю, что это, но...
короче. Вот такие вот у нас даже две одинаковые есть. Вообще, откуда они две одинаковые, не помню. Это еще после Милана остались. Это все Даянина. Антистрессы, сквиши, спиннеры какие-то. Короче, всякие такие штучки. Это вообще надо какашку найти. Это какашка летающая. Даяна попросила оставить ей эту коробочку. Это тут у нас все, что надо купить, батарейки. Смотрите, самый большой пакет у нас получился с машинами. Почти пол пакета. Все это машинки. А, ну и корабль один большой. Такие автобусы. Такой автобус. Такой автобус. Короче, прицепы, различные тракторы, скорые помощи. Ужас. Но Даяна все меньше и меньше с этим уже играет. Я думаю, еще через полгода, ближе к дню рождения, да, скорее всего, там я уже переберу, так как будут еще подарки. Тут у нас всякая мебель. Тоже будут играться мягкие игрушки. Тут вот такая штучка с браслетиками. Но это еще не все, я не могу найти еще коробку. Там будут еще и браслеты, и запчасти для браслетов. Тут у нас всякие пупсики, лол-куколки. Тут всякая мелочь, короче, разная. И получается вот тут. Короче, нормально так игрушек. Плюс у Даяны еще тут кухня, посуда. Пришла? Конфеты принесла? Ну ладно, съешь. Так. Только пока что ничего из игрушек не трогай. На. Я тебя открыла. Мне осталось перебрать тут мелочь. Ну и тут у нас еще игрушки. Короче, хватает добра. Фу, я устала. Кстати, смотрите, я немножко подвинула кровать к шкафу. И тут получилась такая более игровая зона. Больше места. Не знаю, буду ее двигать пока туда-сюда, пока не найду настоящее место для этой кровати. Да? Так что все, сейчас буду это все в шкаф убирать. И наконец-то будет порядок. Да, я уже улеглась мультики смотреть. Фу, мы устали. Все, у нас теперь чистота, порядок. Это игрушки, которым нужны батарейки. Это я потом запишу, сфоткаю и поеду куплю. Сумок у нас, оказывается, очень много. И то это еще не все. Тут, наконец-то, у нас порядок. Это все игрушки, с которыми Даяна будет играть. Ну, недели, наверное, полторы-две. И вот тут такой игровой уголок. Ой! Чего там у тебя падает? Там тоже, наверное, нет батареек. Дай я посмотрю. Попробуй включить. Не, давай сюда, я потом запишу, что сюда тоже нужны батарейки. Этой книжке уже столько лет. Обалдеть. Еще Милане маленькой покупала ее. Все, надо идти готовить обед. А ты что будешь делать? Играть будешь? Ну ладно, играй. В чистом всегда приятнее играть, чем в завалах. А я пойду готовить обед. Я тут приготовила обед. Сегодня все по-быстренькому. Будем доедать шашлык. Пожарила картошку фри и свекольный салат. Просто сметана, чесночный порошок, соль, больше ничего. А мадам у меня моя маленькая, знаете, что тут делает? Смотрите, собирает игру. Раскидала. Класс. Пока мама тут готовила есть, она раскидала все. Давай, 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 активней собирай. Все. Я буду садиться обедать. Ждать не буду, потому что буду потом есть тогда холодное. Всем приятного аппетита. Что ты не хочешь? Я не хочу, чтобы ты меня кусала. Почему? Потому что. Надо ждать тебя? Не обращайте внимания на мои горы. У меня опять целая куча чистого белья. И там еще сушка висит. Кошмар. Хочется, знаете, о чем я мечтаю? Я хочу прачечную себе отдельную, где можно стирать, сушить белье. И тогда вот этого в квартире не будет никогда. Давай, давай, быстрей. Все? Да. Ну все, садись кушать. Ну как тебе? Супер. Супер? Да. Вот свеклу пока не съест, к другой еде не притронется.
Ну, я рада, пускай кушает. У меня один плыс. Да нет, у меня не плыс. Это свекла у тебя там? Да. Но откуда у меня это бзевой? Не знаю. Наверное, с тарелки твоей, как ты думаешь? Не, да, нет. Ну, очень вкусно. Угу. А что самое вкусное в твоей тарелке? Это. А куда все это отправляется? В живот. Живот сначала в рот, потом живот, да? Ага. Ага. Живот, так это называется. Да. Вот. Ой. Аккуратно. Вот. Желудок. И живот. То есть вот. Живот. И желудок. Ты давай кушай, не болтай. Спать пойдем? А-а. Нет? Не надо, так это некрасиво. А почему? Ну. Потому что. А почему? Ты у меня невоспитанная девочка? Красивая зато. Красивая зато? Даяна, ты у меня невоспитанная? А. А какая ты у меня? Красивая. Ну, мы тебя еще воспитаем. Так, я своих девчонок отправила за мороженым. К нам приехал фургон с мороженым. Где они у меня там есть? Ну, вот стоят. Все, помчались. Я сегодня без них, потому что у меня температура. Не решила остаться дома. Ну, небольшая, но все-таки есть. Ну, показывай, что вы там купили. Заходи, давай. Ух ты, а чего так много? Класс. Это на 6 евро вы столько закупились? Интересно. Надо их почаще без меня отпускать. Скидки были какие-то? Ух ты. А, мы уже подобие такого брали, только с пони. Нет? Так, мороженое с печеньем. Ой, выглядит аппетитно. А что это, шоколад внутри? Так, и вот такие. Теперь надо где-то найти место в морозилке. У нас морозилка не такая большая. Всем привет! Скажи, мы построили домик, точнее шалашик, пока мама болеет, да? Мы построили шалашик, пока мама болеет. Покажи, что тут есть. Тут есть игрушки, пончик, акула и зайчик. И медведь. И сова. И какашка. И кто это? Медведь. А какие у нас есть тут? Эмили, пони, да. Пони. А кто еще? Пони. Пони, пони. А это что? Это называется лампочки. А сзади тебя лампочка фламинго? Да. Вот это лампочка фламинго. А это? Вот это лампочки, звездочки, ой. А вот это вода, когда будет замка. Я после того, как убрала Даянину комнату, просто свалилась. Из последних сил приготовила обед и все. Мои силы меня покинули. У меня поднялась температура 37. Но я уже вчера чувствовала, что я заболеваю, но температуры не мерила. У меня вчера болело горло, насморк начинался. Сегодня я почти всю ночь вообще не спала. Насморк сейчас усилился, температура 37 ровно. Самая гадкая температура 37-37,1. У меня болит спина, у меня болят кости. Короче, я хочу постоянно есть. И всегда, когда болею, я хочу постоянно есть. Но надеюсь, завтра все будет хорошо. Завтра к вам вернусь бодрячком. Я очень надеюсь. Ой, потому что жесть, это страх, конечно. Ладно, будем на позитиве. Заканчивать с вами сегодняшний вложик. Всем спасибо, кто был с нами. Ставьте пальчики вверх. Не забываем подписываться на наш канал.
Всем до завтра и всем пока-пока.